Дьяка. Стихи про строительные машины. Мини-погрузчик. Мини-погрузчик собою хорош, возит повсюду увесистый ковш. Этот кургузенький с виду малыш, ловкий трюкач и умелый крепыш. Камни ли, глину или снег высоко, словно пушок поднимает легко. Крутится, вертится, мчится бутуз и перевозит доверенный груз. Грейдер. Это едет грейдер длинный. Полюбуйтесь исполином. Если снегом занесло и проехать тяжело, грейдер путь расчистит вмиг. Он поедет напрямик. Снег он в сторону сгребет, и машина там пройдет. Ковш у грейдера – отвал. Ты запомни, коль не знал. Экскаватор. Ну а это экскаватор. У него есть оператор, то есть тот, кто управляет, землю рыть повелевает. Землеройная машина зубчатым стальным ковшом, грунт песчаный или глину, все копает хорошо. Гусеницы, как дорожки, без начала и конца, расстилаются, как стежки, под катками удальца. Экскаватор-погрузчик. Вот экскаватор-погрузчик с ковшами. Шустрый копатель, любим малышами. Очень для пыльной работы хорош.
С виду на трактор он сильно похож. Ловко на насыпях трудится он. Щебня насыплет вам целый вагон. Фронтальный погрузчик. Это погрузчик фронтальный ковшовый. Этот трудяга высокий, здоровый. Ковш широченный несет впереди. Пневмоколеса внизу на шасси. На стройплощадке не прочь потрудиться. Грузов сыпучих совсем не боится. Землю или щебень легко перевозит. В ковш наберет и подальше увозит. Снег убирает все тем же ковшом, чтобы расчистить пути хорошо. Незаменимый работник и сильный, очень маневренный, очень мобильный. Подъемный кран. Это кран большой подъемный. Ах, какой же он огромный! Возвышается над стройкой. Сильный он и очень стойкий. Под стрелою есть тележка. На конце противовес. Возле крана ты не мешкай. Он несет немалый вес. Грузовой канат из стали. Не упустит груз тяжелый. Руки крана не устали. Вид его весьма веселый. Кран – помощник очень ценный при строительстве домов. Плит с десяток здоровенных с легкостью поднять готов. А в кабине крановщик к высоте давно привык. Это автобетоносмеситель, но все эту машину называют бетономешалкой. Это, ребята, бетономешалка, смеси бетона большая вращалка. Чтобы бетон не засох по пути, лучше его в барабане крути.
ты хочешь посмотреть дальше?